За минувшие сутки 64 человека в Северной Осетии заразились COVID-19. Общее число больных – 14 316 человек, 351 человек находится на амбулаторном лечении, 289 в медучреждениях республики, 13 563 человека выздоровели, 113 человек скончались. Специалисты напоминают об обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Пожилым гражданам по-прежнему рекомендовано оставаться дома, а также воздерживаться от посещения похорон и поминальных мероприятий.